Фамилия, имя, отчество? Базарев Виктор Владимирович. Откуда родом? Белгородская область, Губкинский район, село Истабное. Украина патрул полиции işğalçı rus ordusunun 3 əsgərini əsir götürüb. Əsirlər səfərbərliklə orduya çağrıldıqlarını bildirib. Onlardan biri silahını ataraq Ukrayna tərəfə atəş açmadığını, digəri orduda vəzifəsinin nədən ibarət olduğunu bilmədiyini deyib. Когда мобилизирован? 22-го. Какого месяца? Сентября. Какого года? 22-го. Этого года, да? Да? Должность? Дали гранатомет. Гранатометчик нужен? Да, но я его не стрелял даже с него ни разу. Отвечай на вопросы, не больше, не меньше. Я его выкинул. Хуй знает когда еще. Ты гранатометчик, правильно? Да, да. Твоя очередь. Косов Владимир Сергеевич. Убегали. Город Белгород. Назад, короче. Мобилизирован 24.09.2022. Сюда попал 14.09. Подожди, 14.10. Ну, наверное, да. 14.10 сюда попал, должность. Вообще водитель химик ставили, но сделали сводную роту, типа стрелки или хер его знает. Мы сами даже ничего не знаем, по сути. Просто пока лежите, подумайте о том, что у вас в плен взяла патрульная полиция.